С желанием открыть новый сезон на мажорной ноте вышли на матч с екатеринбургским «Авто» игроки «Чайки». Нижегородцы подавили уральских соперников стартовой активностью, старались не давать им спуску, даже оказавшись в меньшинстве. А уж какой шикарный пас от Егора Шевелина получил Михаил Смолин, когда выскочил со скамейки штрафников. Гости выдержали этот натиск и открыли счет на 9-й минуте. Причем выжили максимум из ситуации, которая для нижегородцев поначалу не предвещала никакой опасности. Итог первого периода – 15-5 по броскам в створ в пользу «Чайки», а счет 0-1. Три четверти второго периода нижегородцы организовывали одну атаку за другой. Но пробить защиту «Авто» не удалось, а гости, вновь выстояв, удвоили счет на 35-й минуте встречи. В третьем периоде уже «Авто» прибавил, помня о том, что лучшая защита – это нападение. Но хозяева не думали уступать. Шанс вернуть команду в игру выпал Игорю Руденкову. За нарушение против него в ворота уральцев был назначен буллит. Дуэль завершилась в пользу голкипера гостей. Но именно Руденкову удалось спасти «Чайку» от поражения в основное время. За 59 секунд до окончания третьего периода 46-й номер нижегородцев в сутулоке на пятачке протолкнул шайбу в ворота уральцев. Гол засчитали после видеопросмотра. А за 16 секунд до окончания основного времени после передачи от Дениса Шуракова Руденков оформил дубль. На эмоциях «Чайка» активнее действовала в овертайме, но вырвать победу не смогла, а в серии буллитов уступила. Итого 2-3. 4 сентября подопечные Вячеслава Рьянова сыграют с курганским юниором. Владимир Широков, Торпедо ТВ.